Анапская делегация уже готовится к мероприятию, обустраивая презентационную площадку в стиле кубанского подворья. Муниципальное образование город Анапа будет представлять винную деревню в составе 4 виноделов. Один из них является победителем конкурса «Лучший объект аграрного туризма 2018 года». Также будет представлено устричное хозяйство, ремесленники, мастер-классы и творческие коллективы. Анапские аграрии подготовят для гостей дегустацию лучших образцов авторского вина. Народные умельцы проведут обучающие мастер-классы. Агротур откроется в Краснодаре 19 мая в 11 часов на площади у Законодательного собрания края.